Визитная карточка посуды Анна Лафарг – тончайший костяной фарфор. Покупатели всего мира убедились в качестве товара, поступающего под маркой Анна Лафарг. Тонкая, почти невесомая фарфоровая посуда достаточно прочна, чтобы долгие годы служить нам верой и правдой. Приветствуем вас на канале Посудомарт. У нас все, что вы хотели узнать о посуде и еде и ее приготовлении. Визитная карточка посуды Анна Лафарг – тончайший костяной фарфор. За последние 20 лет продукция этой компании завоевала сердца хозяек по всему миру, предлагая качественную фарфоровую, хрустальную, керамическую, стеклянную посуду и предметы интерьера. В чем популярность Анны Лафарг? Покупатели всего мира убедились в качестве товара, поступающего под маркой Анна Лафарг. Это изящный декор, прекрасный дизайн и формы, которые достигаются за счет использования самых современных технологий формовки и обжига посуды, уникальных способов нанесения и фиксации рисунка. Сегодня мы покажем вам топ-6 чайных обеденных сервизов бренда Анна Лафарг. Рейтинг составлен по итогам реальных продаж гипермаркета «Посудомарт». Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи можно заказать в интернет-магазине «Посудомарт» или прийти, подержать в руках и лично проверить качество в нашем магазине «Посудомарт». Адрес магазина в описании к видео. Столовый сервиз на 6 персон из костяного фарфора, 21 предмет, бренда «Анна Лафарг», коллекция «Прованс». Коллекция «Прованс» – популярный цветочный орнамент в современном исполнении. Формы предметов столового сервиза удобны в использовании и подойдут для сервировки стола как на каждый день, так и для важных поводов. Цветовая гамма декора позволит сочетать предметы из коллекции «Прованс» практически с любым цветом столового текстиля. Столовый сервиз выполнен из костяного фарфора, подходит для использования в посудомоечной машине и микроволновой печи. Чайный сервиз из костяного фарфора на 6 персон, 14 предметов, бренда Анна Лафарг, коллекция «Арктика». Коллекция «Арктика» – это изящная современная серия для поклонников лаконичности. Многофункциональные и современные формы предметов декорированы тонким платиновым кантом. Чайный сервиз выполнен из высококачественного костяного фарфора и покрыт глазурью. Одним из важных достоинств этого материала является его поразительная способность сохранять тепло напитков. Отличительная особенность данной коллекции из костяного фарфора состоит в том, что ее можно использовать в микроволновой печи. Сервиз можно мыть в посудомоечной машине. Обеденный сервиз из костяного фарфора на 6 персон, 27 предметов, бренда Анна Лафарг, коллекция «Бостон». Обеденный сервиз коллекции «Бостон» выполнен из белоснежного, тонкого костяного фарфора, декорирован изящным растительным узором серого цвета и тонкой серебряной полосой по краю изделий. Такой декор прекрасно гармонирует с однотонной скатертью, идеально подходит для создания стильных интерьеров. Костяной фарфор достаточно долго сохраняет тепло подаваемого блюда. Рекомендуется ручная мойка, а также запрещено использование посуды в микроволновой печи. Обеденный сервиз из костяного фарфора на 6 персон, 27 предметов, бренда Анна Лафарг, коллекция «Мелисента». Тонкая платиновая полоска, окаймляющая каждое изделие обеденного сервиза коллекции «Мелисента», объединенная с изысканной цветочной вязью на сером фоне, это настоящая дизайнерская находка бренда Анна Лафарг. Благородная роскошь платины, загадочность едва заметного рисунка, красота которого раскрывается постепенно, а также молочная белизна костяного фарфора производит поистине необыкновенный эффект. Благодаря высокой прочности костяной фарфор надолго сохраняет свою новизну и не боится высоких температур. Рекомендуется ручная мойка, а также запрещено использование посуды в микроволновой печи. Фарфоровый чайный сервиз на 6 персон из 14 предметов бренда Анна Лафарг, коллекция «Акварельные цветы». Ценить красоту, наслаждаться церемонией чаепития, окунуться в невероятную красоту ботанического сада располагает коллекция «Цветы» от Анны Лафарг. Основной декор предметов – фиолетовый ирис.
любимый цветок художников и королей. Чайные пары сервиза декорированы изображением ириса, магнолии, стрелеции и камелии. Легкая белоснежная посуда окантована тонкой золотистой линией. На дне каждой чашки цветет нежное изображение распустившегося бутона. На чайном блюдце изображена золотистая веточка. Заварочный чайник и сахарницы украшены крупным изображением распустившегося бутона. Рисунки яркие, но не броские и воздушные. Рекомендуется ручная мойка, а также запрещено использование посуды в микроволновой печи. Фарфоровый чайный сервиз на 6 персон 21 предмет бренда Анна Лафар, коллекция Vivienne. Коллекция Vivienne Anna Lafargue – это сочетание нежности и элегантной красоты. Полупрозрачный ажурный узор, словно кружево, переплетается с волнообразной золотистой обводкой, подчеркивая белизну и высокое качество костяного фарфора. Чайный сервиз с оригинальным воздушным декором будет прекрасно сочетаться с однотонной скатертью или салфетками. Искусная комбинация узора, мягкой цветовой палитры и золотистой окантовки – произведет впечатление даже на самых взыскательных ценителей фарфора. Посуду рекомендуется мыть вручную с применением мягких моющих средств. Запрещено использование в микроволновой печи. А на сегодня это все новости из мира посуды. Не забывайте подписываться на YouTube-канал «Посудомарт». Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте и обязательно пишите мне ваши комментарии. До новых встреч!